Продолжаем. Сейчас делаю мессератор и иду туда. Пчельные вот эти штуки нести, короче. Пчельные. А, так, а, хотя ладно, иди в жопу, короче. Все равно сейчас мне понадобится еще. Что, она улетела туда, что ли? Куда стоять? Мне вообще-то сейчас-то понадобится. Блин, что я делаю? Двойная проблема. Ачивка получена. Когда-нибудь скрафчу. Да, кстати, тут можно сейчас заводик неплохой налетить. Потом. Сейчас это потом когда-нибудь. Тут у меня будут основные механизмы. Там можно. Тут можно сделать дополнительные. Я проведу как-то нашу пчелу. Кстати, можно тут коровок разводить, да? Вообще неплохо. Так, ладно. Маловато уже. Сойдут просто. Шла бы в жопу какая-то другая, сука, электроника. Не надо мне здесь. Мне сейчас не хватит, да? Угу. Одной штучки не хватает все-таки. Да ну не тут. Ой, ё-моё. Где мне теперь... А, вот что у нас есть. Да. 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 Мне надо. Отлично, мне тут фонтанчик получил. Получается. Ачивки одна с другой. Блин, нет. Плохой план. Хороший план. Заполняй седовой электричеством. Забивайся. В завис, негодяй. 20:49. Завтра программирование.
думаю, пока хватит. И там у нас как хорошо. Так, мне надо. Так. С ней, в принципе, не так. Тут ты выдавал энергию. Потому что второй энергоблок тогда придется ставить сюда. Ну, окей, поставим. Тем не менее, что неплохо так умеем. Камушек весь пережарился, наверное. Да, вот камушек пережарился, можно продолжать строить. Слушайте, у меня уже больше стака. Но в этот раз я эту крышу доделаю, надеюсь. Так, ну это, наверное, последний слой. Дальше начнем делать именно саму крышу. Выросло особо. С пчелками займусь, наверное, попозже, но плоды начну собирать уже сейчас. Я как-то сразу не подумал. Ну-ка. Наверное, уровень алмазный. Ты съела мою траву, ты за это поплатишься, овца. Я тебе вообще отвечаю. Не, я тебе вообще отвечаю, серьезно. Нет, на крышу все равно не хватает. Что ж такое-то? То ли я такой большой дом строю, то ли реально на крышу не хватит. Крыша у меня должна быть повыше, чтобы потом сюда солярки запихнуть. Так что нормально. Работай, мерзавец, негодяй. Крафчу 4 краника. Еще один по запасу. Так, сюда это схему электрическую мы сейчас сделаем. Медь, как всегда, вообще ни в каком состоянии.